Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Еуропарламент депутаттары Жанболат Мамайды босатуға шақырды. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз және ұнаса лайк басыңыз. Бірер күн бұрын Еуропарламенттің адам құқықтары жөніндегі кіші комитетінің депутаттары Қазақстанға іссапармен келген болатын. Олар Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында ресми тұлғалар мен құқық қорғау және азаматтық ұйымдардың өкілдерімен кездесті. Көптеген кездесулер барысында делегаттар Қазақстанның Үлкен Азияға есік ашатын аймақтағы сенімді және тұрақты серіктес ретіндегі рөлін ерекше атап өтті. Олар Қазақстан геосаяси жағдайға байланысты қысым көріп отырғанын мойындады. Парламентарийлердің пікірінше, Тоқаев жариялаған реформалар жалғасын тауып, нақты әрі демократиялық нәтижелер әкелгені маңызды. Сонымен бірге олар сөз және бақ бостандығына қатысты соңғы оқиғаларға алаңдаулы. Қазақстан БОО-ның адам құқықтары жөніндегі кеңесіне 2024 жылға дейін мүше болғаннан бері халық қалаулылары елімізде адам құқықтарын, негізгі саяси құқықтарды қорғау, сондай-ақ жаңа саяси партияларды тіркеу мен бақ бостандығын қамтамасыз ету бағытында ауқымды жұмыстар атқарылуы қажет екенін атап өтті. Қонақтар әсіресе қаңтар оқиғасының ашық, жан-жақты және әділ зерттелуіне назар аударды. Олар саяси және азаматтық белсенділерді қудалау мен қорқытуды тез арада тоқтатуды, барлық саяси тұтқындарды, атап айтқанда Жанболат Мамайды босатуды, қаңтар оқиғасы кезінде адамдардың өліміне кінәлілерді жауапқа тартуды талап етті. Осы мәселе бойынша өз пікіріңізді жазыңыз. Қазақстанда сөз бостандығы мен бақ бостандығы мәселесі бар дегенге келісесіз бе? Кеше Қарағандыда өзін ұлттық банк қызметкерімін деп атаған алаяқ зейнеткерді алдамақ болған. Алаяқ зейнеткерді несие алып, ақша аударуға көндірді. Алаяқ банктердегі кейбір алаяқтардың ізіне түсу керектігін айтты. Зейнеткер арнайы операцияға қатысуға келісті. Бірақ банкоматта кезекте полиция бөлімінің қызметкері тұрған. Жәбірленуші алаяқпен телефон арқылы сөйлесіп, банк ұяшығына ақша салмақшы болған сәтте полицей зейнеткердің қолынан телефонын тартып алған. Полиция қызметкері өздерін таныстыруды талап етіп, алаяқтармен сөйлесе бастады. Осы кезде зейнеткер айғайлап, полицейден телефонды беруін талап еткен, себебі ол ұлттық банкке біреуді әшкерелеуге көмектесіп жатыр екен. Тек алаяқ телефон тұтқасын қойып, полицей оған ұлттық банктің нағыз қызметкері несие сұрамайтынын түсіндірген кезде ғана зейнеткер олардың оны алдамақ болғанын түсінді. Мені алаяқтардан құтқарған үшін полиция қызметкеріне рахмет. Ақша менде қалды. Мен алаяқпен телефонмен сөйлескенде зомби сияқты болдым. С вами будет работать Национальный банк Республики. Вы оказались жертвой мошенников, банковых работников, деп, вот так сказали мне, что на мое имя оформили кредит в сумме 4 миллиона. Но вы не бойтесь, мы пока держим, пока согласия не дали. Но вам повезло еще, вот, вы вот в группе пострадавших. Ой, байдеп, у меня была паника, потому что только я какие-то деньги вложила, и эти деньги тоже что-то не высвечивается, просто совпадение получилось. Вот. Я, правда, была в машине с мужем, плохо было слышно. Вы приедете домой, мы с вами еще поговорим, деп. Я приехала домой, снова звонок ко мне, представился Национальным банком уже женщина, я сотрудник Национального банка, показала удостоверение, закинула прям мне номер свой тарифный, я буду с вами работать, я буду вашим консультантом, как из этого положения вам выйти, вы будете теперь с нами сотрудничать, степ, вот так они меня взяли в оборот. Вот. В итоге они со мной работали, предоставили даже такси, я приехала в банк обратно Народный. Они там нигде не показывались, нигде не рассказывайте, деп. Вот так меня водили они с помощью этого телефона. В итоге они заставили мне еще раз взять небольшую сумму кредита. Ну, так как у меня уже возраст, они большой не могут же. Сотрудники, правда, банка, менеджера еще переспросили. Вы же недавно положили, что вы снова кредит берете? Не мошенники ли с вами работают? Я говорю, нет, и сижу, как на них мошенников смотрю, понимаете? Я действительно купилась на то, что сотрудники Национального банка, внутри есть мошенники. Так как те сказали, никому не говорите. Сонмин, я взяла небольшую сумму кредита наличными, вот. Потом они, вот это, все время вели они по разговору меня, по сотке. Сказали, сейчас начнется второй этап. Снова такси наняли мне, привезли
Я думала, сначала в отделение полиции вот, привезут. Нет, они привезли к Фортебанку. Напротив Фортебанка есть магазин большой. Туда, в терминал, вы эти деньги нам вложите, деда. Я говорю, а зачем я буду вкладывать эти деньги к вам? Для того, чтобы проследить вот этих, вы не переживайте, Фортебанк это вспомогательный для национального, мы оттуда все вам вернем, не переживайте. Нам надо проследить эту группу, которая с вами работала по тому кредиту. Соған мен сеніп қалдым, расында. И это, я только хотела, подошла к этому терминалу, все время под диктовку этой женщины, вот, шла. Только я набирала Фортебанк, к моему счастью, рядом с этим терминалом стоял терминал Каспий. По счастливой случайности, может быть, по бдительности полицейского, работника, оперуполномоченного криминального отдела РУВД Караганды, да, криминальной полиции, Нарымбекова Данияр Жамбулатулы, он услышал, стоял рядом, услышал телефон, что я иду под диктовку телефона, услышал, что Фортебанк еще. Схватил мою руку, сразу показывает мне удостоверение свое, что я сотрудник полиции, останавливаете, женщина, что вы делаете? И забирает у меня, выхватывает у меня телефон. Я еще, видите, я зомбированная, я считаю, что я сотрудничаю с полицией. Вот. Я ему еще препятствую, верните телефон, я тоже работаю. Прекратите. И он в этот телефон уже кричит этим людям. Мошенники, вы что делаете? Вы уже наших пожилых людей грабите. Она стоит с палкой, вам собираются деньги. Вы видите люди, и там покупатели уже были, все прислушались. Вы нам не верите, но над вами так работают, вас обманывают. А я хочу забрать у него телефон, мне не дает телефон. Джирыңыз апай, джирыңыз далаға, мен в отделении милиции вам все объясню. Пойдемте, деп. Та, видимо, женщина уже отключилась, испугалась, возможно, да. И вот они в милиции, мне ребята все объяснили, куда я попала. Деньги, правда, к счастью моему, остались у меня, потому что он мне помог, забрал же меня оттуда. Я не... Ну, сколько, значит, есть жертв наших людей, когда открывают и подчиняются этим звонкам. Поэтому я предупреждаю наших сограждан, Караганду нашу, что сейчас не надо сильно верить вот этим звонкам. Инвестиционные компании нам предлагают, какие-то нам лекарства предлагают, какие-то товары нам предлагают, всегда лезут к нам. Почему-то наши телефоны где-то знают, да? Вот смотрите, в какую аферу я могла войти, если бы не сотрудники полиции. Вот, что-то я могла потерять материально. А сколько еще больше людей, оказывается, теряют, верят этому, да? Вот, поэтому это абайлаңыздар. Телефонмен жұмыс істегенде ешкімге сенбей. Өйткені қайсы біреуін ұстайды полиция, қайсы біреуін. Көп хакерлердің әлі нелері де жоқ, адрестері жоқ. Бұл хакерлер мүмкін даже Қазақстанның хакері емес шығар. Может, Россияның, Украинаның, может, Западтыққа. Ешкім үштеме оны білмейді. Сондықтан сенбейік, біз де сенбейік. Ондай бірдеме болса, 102-ға бір жерге звондау, милицияға звондау керек. Мені қазір телефонмен бұлар прям зомбировать етіп отыр деп айтып отыр керек. Вот сенбеңіздер. Ақша өзі келеді ғой. Ол, как не бывает мышеловки, как бесплатного сыра. Никогда не бывает. Нельзя верить дешевым деньгам. Сонымен қабарым осылай. Абайлайық. Рахмет, полиция, рахмет, сотрудникам, всем спасибо, что вы мне вовремя помогли. Все.